Итак, ребята, переходим к модулю А1 под буковкой A – school, школа. А между тем, напоминаю, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, если мои уроки вам помогают, и смотрите другие видео с контрольными заданиями, и не теряйтесь. Итак, green school. Давайте назовем предметы, которые тут написаны. English – английский язык. Mathematics – maths – математика. Science – естествознание. History – история. Art – рисование. Geography – география. Music – музыка. Information technology – IT, да, информационные технологии. Physical education – физкультура. Итак, vocabulary – словарный запас, школьные предметы. Listen and repeat – послушайте и повторите, то есть вам нужно послушать аудиозапись. What are the school subjects in your language? Как будут данные предметы в твоем языке? Put the school subjects in alphabetical order. Поставьте школьные предметы в алфавитный порядок. Ребята, давайте посмотрим, как я вас распределила. Art – рисование первое, второе – English, да, третье – geography, четвертое – history, пятое – Information Technology, шестое – Mathematics, седьмое – Music. Просто из того понимания, что A, вторая буква, стоит раньше, чем U. Да? Восьмое – PE, девятое – Science. Далее, второе. Look at the map of Green School and the timetable. Посмотрите на карту Green School, школы Green, зеленый, да, и расписание. Find the classroom for each subject. Найдите классную комнату для каждого предмета. Where's the maths lesson? Где урок математики? In room D. Да? Давайте посмотрим, да? Ребята, ну, тут легко. Например, давайте начнем с буковки A, да? Where is the science lesson? И ответ in room A. Да, под B буковка. Where is, где PE? Where is the PE lesson? И ответ, то есть это вопрос. И ответ in room B, в комнате B. Так, математика мы уже сказали. Where, где урок истории, да? Where is the history lesson? Так, секундочку, я подвину. In room E, в комнате E. Далее, вот у нас E, F, да? F. Where is the art lesson, где урок рисования. И ответ in room F. Так, урок рисования, что у нас? H, да, то есть музыка. Where is the music lesson? In room H. Так, информационные технологии, да, where is the IT lesson, где урок информатики, in room I, и география, where is the geography, так, geography lesson, и ответ, in room G. Так, ребят, секундочку. In room G. В комнате под буковкой G. Далее вам предлагается ответить на вопрос. What's your favorite subject? Какой ваш любимый предмет? И вы можете сказать так, что my favorite subject, мой любимый предмет, какой, например, is maths, математика.
Перейдем к следующему упражнению. Days of the week – дни недели. Listen and repeat – послушайте и повторите. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Итак, timetable – расписание. Мы видим расписание, а теперь... Задание четвертое. Посмотрите на заметки 1.5, страница 27, которые из них учителя, а которые из них принадлежат студенту. Смотрим. Заметка первая. History class, урок истории по понедельникам и средам в аудитории в комнате D, в классе под буковкой D. Это учитель, явно, teacher. Второе. Пожалуйста, приносите с собой словари на урок английского во вторник и воскресенье. Мистер Браун. Это тоже teacher, учитель. Третье. For science class you need. Для урока естествознания вам нужно. Pencil, eraser, pencil sharpener. То есть карандаш, ластик, точилка, линейка и блокнот. Это, скорее всего, тоже teacher, учитель, да? Студенты. А, так, четвертое. Second-hand geography and maths textbooks for sale. Low prices. То есть книги second-hand, да, то есть которыми уже раньше владели по географии и математике, на продажу. Низкие цены. Это явно четвертое. Студенты писали. И пятое. No PE on Friday. Такой неформальный стиль. Не будет физкультуры в пятницу. Это тоже явно писали студенты. Следующее задание, ребята. Read the notices again and find six school subjects, six school objects, five days of the week. Прочитайте снова заметки и найдите шесть школьных предметов. Давайте, шесть школьных предметов. History, история, раз. English, английский язык, два. Так, science, три. Geography and maths, 4 и 5. И 6. 6 школьных объектов. Это легче, да? В третьем сколько только? Это карандаш, ластик, точилка, линейка, блокнот. И, например, вот текстбук, книги, школьные книги. И 5 дней недели. 5 дней недели у нас смотрим Monday, Wednesday, Tuesday, Thursday, так-так-так, Friday, пятница, Friday. Ответьте на вопросы. In the history, is the history class in room B? Урок истории в комнате под буковкой B? Итак, под буковкой C. Answer the questions. Ответьте на вопросы. Номер один. Is the history class in room B? Урок истории в комнате под буковкой под B? It is in room D. Да? То есть, no, it is not. It is in room D. В комнате D. Далее. Второе. Who is the English teacher? Mr. Brown is the English teacher. А кто учитель английского языка? Тут мы видим, что заметку оставил мистер Браун. Видимо, это он, да? И третье. What do you need for the science class? Что вам нужно для урока естествознания? И мы тоже видим в заметке перечислено все. You need a pencil. Pencils, sharpness, an eraser, a ruler and a notebook. Так, ребята, точилка тут в единственном числе, да? A pencil, sharpener. Pencil, sharpener. Итак, грамматика. Артикли A и N. A и N. Посмотрите правила, ребята. Артикль E прибавляется к согласным. Например, A book. Слово начинается с согласной буквы. Поэтому мы ставим артикль «э». Артикль «н» прибавляется к гласному звуку. Например, «н» – «apple». «Apple» начинается с гласного звука «э», поэтому мы прибавляем артикль «н». Итак, шестое упражнение. Добавьте «э» или «н», затем задайте вопросы и ответьте, как в примере.
и пример, да? What's this in English? Что, как это будет по-английски? It's a pencil sharpener. Это точилка. Ребята, первый вопрос всегда What's this in English? Как это будет по-английски? А ответ, который предполагается под буковкой D, B, извините, я буду писать, да? То есть второе A ruler, да, начинается с гласной буквы, то есть вы говорите, извините, с согласной буквы, поэтому артикль E. То есть вы говорите на вопрос What's this in English? Вы говорите It's a ruler. Это линейка. Извините. It's a ruler. Дальше. Как это будет по-английски? It's an eraser. Это ластик. It's an eraser. Понятно, ребята, да, что с гласной буквы начинается слово ластик, поэтому артикль N. Далее. A pencil case. What's this in English? It's a pencil case. Ребята, все очень легко, да, всегда мы прибавляем it's a pencil case, it's an eraser и так далее. Далее, пятое, what's this in English? It's a notebook, то есть это блокнот. It's a notebook. Далее, what's this in English? Шестое, it's an atlas. Это атлас, конечно же, артикль N, потому что начинается с гласной буквы слова. What's this in English? It's a blackboard. Это доска. It's a blackboard. Так, ребята, извините. It's a blackboard. Сейчас более актуально, наверное, white, да, белая доска, whiteboard. Итак, what's this in English? It's a book. Ребята, я больше не буду писать it's, потому что это легко прибавить, да, it's a book. What's this in English? It's a school bag. What's this in English? It's a pen. Да, все эти слова начинаются на согласную букву, поэтому прибавляем артикль a, e. Так, 11, What's this in English? It's a pencil. Это карандаш. What's this in English? It's a notepad. Далее. What's this in English? It's a timetable. Расписание. Все легко. Итак, игра. Игра на произношение. В парах поиграйте в игру на... Извините, на написание. Спеллинг – это именно написание про школьные предметы, объекты и предметы. И writing – письмо. Напишите школьное расписание. Да? Сделайте ваше собственное школьное расписание на понедельник. Ребят, давайте посмотрим, как мы можем это сделать. Посмотрите, у вас уже было расписание. Да, вот, например, такое-то время такой-то предмет, такое-то время такой-то предмет, перерыв, break, такое-то время такой-то предмет, опять же, еще один большой перерыв, да, имеется в виду большой перерыв, например, ланч, 10-минутный ланч, там, то есть большая перемена, это break, и так далее. Я думаю, у вас труда написать время, написать название предметов и написать в каком-то месте break или ланч break не составит, поэтому перейдем к следующему упражнению. И сегодня мы уже будем с вами разбирать модуль 1 под буковкой B, first day, первый день. Давайте прочитаем с вами числа. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Упражнение второе. Look at the pictures, ask and answer. Посмотрите на картинки, задайте вопросы и ответьте. How old is Anne? Сколько лет Анне? She is 17. Ей 17. How old is Bob? He is 18. Сколько лет Бобу? Ему 18.
Итак, всегда вопрос – это how old, да? Я вам проговорю, потому что это достаточно легко. How old is Mark? Сколько лет Марку? Да? Вместо Анны подставляем Марк. He – это он, да? He is 19, ему 19. How old is Betty? She, она, да? She is 17. How old is John? He is 16. How old are, множественное число, are Sue and Rita? They, они, they are 17. How old is Wendy? She is 11. And how old is Jill? She is 12. How old are you? А сколько же вам лет, ребята? И вы говорите, например, I am 12 или I am 11. Итак, повседневный или I am 10, да? Повседневный английский. Представление себя. Прочитайте диалог, представьтесь сами. Read the dialogue, introduce yourselves. Hello, my name is Linda Thomas. Hi, I'm Susan Wilson. Nice to meet you, Susan. Nice to meet you too. Привет, мое имя Линда Томпсон. Привет, я Сьюзен Уилсон. Приятно познакомиться, Сьюзен. Приятно познакомиться тоже, да? То есть вы говорите, например, hello, да? My name's... И имя, как вас зовут, например, Арина. My name's Арина. И обязательно, да, приятно познакомиться, нужно сказать nice to meet you. Так. Nice to meet you. Приятно познакомиться. Далее, ребята, упражнение 4. Read the first exchange. Where are the two boys? Read, listen and check. То есть, прочитайте обмен фразами. Где мальчики? Прочитайте, послушайте и проверите. Excuse me, where is the science lesson? Извините, простите, а где урок естествознания? Дэвид, it's in room D. Are you new to the school? В комнате D. Вы новенький в школе? Маркус, yes, I am. My name's Marcus. Да, мое имя Маркус. My name's David. Nice to meet you, Marcus. Мое имя Дэвид, приятно познакомиться, Маркус. Your name is strange. How do you spell it? У тебя странное имя. Как ты его пишешь? It's M-A-R-K-U-S, да? По буквам, да? I see. Понятно. How old are you? Сколько тебе лет? I'm 12 and you? Мне 12. А тебе? I'm 12 too. Мне 12 тоже. Are you in class 2E? Вы в классе 2E? Yes, I am. Да. Me too. Let's go to the science lesson together then. Пойдемте на урок естествознания вместе. Read again, mark the statements 1, 4, true or false. То есть прочитайте снова и отметьте предложение с 1 по 4, правда или неправда, true или false. The history lesson is in room D. Урок истории в комнате D. Нет, это false, потому что неправильно, потому что в комнате D урок естествознания. David is new to school. Давайте посмотрим. Не Дэвид, да, Маркус. Маркус, поэтому это тоже второе false, неправда. Дэвид и Маркус, им по 12 лет. Это да, это правда. Дэвид и Маркус не в одном и том же классе. Это false, это неправда. Перейдем к следующему заданию. Итак, вы должны сделать портфолио, пятое, то есть разыграть роли, похожие на этот же диалог, и записать себя. То есть... И, ребята, давайте посмотрим на роли. Первая Дженни, второй Дженни и Педро. Дженни 13 лет, Педро 14. Вот этот диалог я вам помогу разыграть. А остальные уже, если вам понадобится, вы сделаете сами. Итак, первое за Дженни и второе за Педро. Excuse me, where's the maths lesson? Извините, где урок математики? It's in room E. Он в комнате E.
I am new to the school. Вы новенький в школе. Далее. Yes, I am. My name's Pedro. Мое имя Педро. Nice to meet you, Pedro. Приятно познакомиться. Your name is strange. How do you spell it? Ваше имя странное. Как вы его пишете? It's P-E-D-R-O. I see. Понятно. How old are you? Сколько вам лет? I'm 14 and you? Мне 14, а вам? Ребят, тут немного плохо видно. I'm 13. Мне 13. Are you in? Are you in class 2? To be? Вы в классе 2D, извините. No, I'm not. Нет, я нет. Ребята, я немножко перепутала буквы J и P. Поменяйте их местами. Да, а теперь перейдем к следующему упражнению на грамматику. Личные местоимения. Прочитайте правила в коробочке, найдите примеры в диалоге. Итак, I. Это я, да, множественный we. Мы, you, your, это ты или вы. He, он, she, она, it. Это неодушевленный предмет, да, оно. И they. Это множественное число. Окей. Дальше давайте перейдем. Write the correct personal pronoun. Напишите правильные личные местоимения. Линда – это she, она. Марк – это he, он. Том и Лин – это they, они. Sue and I – это we, мы. Ben and you – это Ben и ты – это you, вы. Eraser – ластик – это it, неодушевленный предмет. Итак, далее, ребята, глагол to be. Обязательно, пожалуйста, подписывайтесь на канал, если он вам помогает, и смотрите видео с контрольными работами и разбором домашнего задания, и не потеряйтесь. Итак, глагол to be. Прочитайте коробочку, то есть правило, да, вот тут вот. Найдите примеры глагола to be в диалоге. Какой диалог они имеют в виду? Так, ну, наверное, предыдущий, да? Итак, давайте посмотрим. Положительное единственное число, положительное множественное число, негативное, отрицательное, да? Отрицание единственное число, отрицание множественное число. I am, сокращенно I'm. Множественное число мы, we are, сокращенно we are. Дальше, ты, you are, и множественное число you are. В сокращении будет точно так же. Далее, he is, his, she is, she's, it is, it's. Он, она, оно, они, they, their. То есть множественное число – это всегда форма глагола to be, are. Далее, отрицание. I am not, I'm not, я не, ты не, он не, она не, оно не, мы не, вы не, они не, они. Так, мы не, вы не, они не. Да, хорошо. И дополните предложение именно краткой формой. Это либо am в сокращении am, либо is в сокращении s, либо are в сокращении. Посмотрите, как будет. Итак, ребята, Susan – это она, значит, S, is, да, сокращенно S просто. Susan's new to the school, Susan новенькая в школе. I'm – я, да, поэтому M – сокращение M, просто мы. I'm 14 years old, мне 14 лет. They – множественное число, are. They're in room E, они в, ну, в комнате классной E. His – my best friend. Он мой лучший друг. Он это is. You are, да? You are in grade 7. Ты в седьмом классе. Rewrite sentences in the negative form. Перепишите предложение в отрицательной форме. Ребята, в отрицании, тоже если в сокращении. Сейчас мы попробуем это сделать. Susan. Isn't. Далее. I'm. Просто добавляем not.
they. Посмотрите, как правильно сокращать, да? They aren't. He. Секундочку, ребята. He isn't. You. Aren't. Окей. То есть и пример, да, вот тут был. Susan isn't new to the school. Итак, ребята, и вопросы, да, с короткими, ну, короткие ответы мы уже с вами выучили. Еще раз посмотрим. Значит, am I, то есть глагол to be ставится на первое место. Are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they? И ответ. Yes, I am. Ну, то есть просто кратко, да, я, да, имеется в виду. No, I'm not. Как и отрицание. Yes, you are, no, you aren't. Yes, he is, no, he isn't. Yes, she is, no, she isn't. Yes, it is, no, it isn't. Yes, we are, no, we aren't. Yes, you are, no, you aren't. Yes, they are, no, they aren't. Далее, ребята, complete the questions. Дополните вопросы. Then write answers. Затем напишите ответы. То есть дополнить нужно именно глаголом to be. То есть are they in year 7? Они в 7 классе. Yes, they are. Далее, тебе 11 лет. Are you 11 years old? No, I'm not. Нет, мне не 11. Это линейка? Is it a ruler? Yes, it is. Далее, да. Четвертое. Are you and Mary in the same class? Ты и Мэри в одном и том же классе? Yes, we are. Да. Это заметьте, ребята, я пишу полную форму, да? Вот тут вот тоже давайте форму полную сделаем. I'm not. Хотя нет. Давайте лучше оставим так. I'm not. I'm not. No. We aren't. Давайте вот просто так же, как в примере, да, будем делать. No, we aren't. Далее. Is he Mark? Он Mark. No, he isn't. He isn't. No, he isn't. Итак, ребята, давайте теперь перейдем к 9 упражнению. Посмотрите на картинку из упражнения 2. Ответьте на вопросы, как в примере. Венди 12, Боб 14, Ю 16, Рита 11. Итак, ребята, смотрим на пример. Is Wendy 12? No, she is not, she is 11. Нет, ей не 12, ей 11. Надеюсь, вам будет тут видно следующий Боб. Is Bob 14? Бобу 14. No, he is not, he is 18. Нет, ему 18. То есть на картинке выше написано, что ему 18, да? Еще раз повторяю, где картинка. Вот, вы можете тут все посмотреть. Далее. Is Sue 16? Sue 16. No, she is not. She is 17. Нет, ей 17. И последний. Is Rita 11? No, she is not. She is 17. Нет, ей 17. Ребята, перейдем к упражнению 10. Напишите вопросы. И пример. Are you new to the school? Ты новичок в школе? No, I'm not. Нет. 12. Is it an eraser? Это ластик? No, it isn't an eraser. Нет, это не ластик. 3. Are you 12? Тебе 12? Yes, I'm 12. Да, мне 12. 4. Are they pencils? Это карандаши? No, they aren't pencils. Нет, это не карандаши. 5. Are you in year 7? Ты в 7 классе? Yes, we are. Вы в 7 классе? Yes, we are in year 7. Да, мы в 7 классе. Ребята, упражнение 11. Writing на письмо. Итак, нам нужно с вами сделать портфолио. А между тем, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на мой канал, если мои видео вам помогают. И я буду благодарна вам за это и буду писать еще больше полезных видео. Итак, портфолио.
Make a fact file about yourself. Сделайте факт-файл о себе, как в примере. Ребята, я не буду вам писать пример, потому что здесь только ваша личная информация. То есть, вот, например, I'm Damien Smith, я Damien Smith. Вам вместо Damien Smith нужно вписать свое имя. Далее, I'm 11 years old, мне 11 лет. Вместо слова 11 вам нужно вписать свою цифру. Далее, I'm in class 2C, я в классе 2C. Вместо класса 2C вам нужно писать, в каком вы классе. Далее. My favorite subject is maths. Мой любимый предмет – математика. Опять же, вместо maths – математики вы должны вписать свой предмет. И перейдем к следующему модулю. То есть модуль первый – буковка C. Favorite subjects – любимые предметы. Read and answer the questions. Прочитайте и ответьте на вопросы. Мы видим, что это Merton Secondary School, средняя школа Merton. Здесь предлагается ребятам выбрать расписание после предметов, после уроков. Мы видим Тони Митчелл, ей или ему 12 лет, и этот ученик в 8 классе, и после уроков написано «Отметьте галочкой», галочка отметил, и так, рисование и музыку. Итак, ребят, давайте прочитаем вопросы и ответим на них. What is his name? Все-таки это он, да? His name is Tony. Его имя Тони. Второе. What class is he in? В каком он классе? He is in class 8C. В 8C. Третье. What school is he in? В какой он школе? He is in Merton Secondary School. В средней школе Merton. What subjects does he choose? Какие предметы он выбирает? He chooses art and music. Он выбирает рисование и музыку. Далее, ребята, второе задание. Read the short paragraph and correct the mistake. Прочитайте параграф и исправьте ошибки. Итак, читаем. Tony Mitchell is... Но тут не 14, а 12, 12 лет. Далее, he is at Merton Secondary School. Это все верно. Далее, he is in class 2B. Неправильно, мы должны дописать с вами вот 8C. Далее, he does English, Maths, Geography and Science. Вы видите, я предметы эти вычеркнула, потому что, судя по табличке, он будет занимается рисованием и музыкой. He does art and music. Итак, ребята, третье задание. Read the theory box. Прочитайте теорию. Correct the mistakes in sentences 1-4. Исправьте ошибки в предложениях с 1 по 4. Итак, capital letters, заглавные буквы. In English we use capital letters after full stops and for names. John, the personal pronoun I, and days of the week, Monday, months, April, and names of the countries, Russia. Is it the same in your language? Итак, в английском языке мы используем заглавные буквы после точек, в именах, в личном местоимении я, I, с днями недели, Monday, с месяцами, April, и с названиями стран, например, Russia, Россия. Это также в вашем языке. Но понятно, что в нашем языке это не так. Мы не используем заглавные буквы с днями, неделями и месяцами. Да? We don't use capital letters with days of the week and months. Итак, исправляем ошибки. Sarah is 15. She is in my geography class. Понятна ошибка. She после точки. Нужно написать с большой буквы. Далее. Саре 15, она в моем классе по географии. Their names are Claire and Steve Lennon. Их имена Claire и Steve Lennon. Конечно же, Lennon, да? Lennon надо с большой буквы, так как это фамилия. Далее. Третье. She is Nora and I'm Phil. Она Нора, а я Фил. Заглавное местоимение я пишется с большой буквы I'm. We are from England. Мы из Англии. England пишется у нас с большой буквы. Далее.
The art class is in room D on Tuesdays and Thursdays. Урок рисования в комнате D по вторникам и четвергам. То есть мы знаем, что вторник и четверг пишется с большой буквы. Так, а между тем перейдем к следующему упражнению. Listen and take the right picture. What is the boy's name? То есть послушайте и отметьте галочкой правильные картинки. И вопросы. Как имя мальчика? Where's the math lesson? Где урок математики? И what is in the desk? Что на парте? Да? И последнее. What is Mary's favorite subject? Какой любимый предмет Мэри? Ребята, и правильными ответами будут являться имя мальчика Джефф под буковкой B, класс это room E под буковкой C, далее на парте у нас рулы, линейка под буковкой A и любимый урок Мэри это математика под буковкой A. И переходим к написанию. Портфолио сделайте. Ну, краткую форму о себе, такую же, как у Тони. Обменяйтесь с партнером и затем напишите краткий параграф, как в упражнении втором, о вашем партнере. Давайте попробуем это сделать. Ребята, ну я думаю, что списать вот эту табличку, да, изменив название школы и поставив свое имя, вы будете в силах, да, и новый класс. А я вам напишу пример про вашего соседа. Не забудьте именно про соседа. Например, Ирина Иванова is 12. Ирине Ивановой 12. She is at Tomsk Secondary School. Она в средней школе Томск, номер 6. She is in class 5C. Она в классе 5C. She does art and maths. Она занимается рисованием и математикой. Ребята, ну а теперь перейдем к модулю 1D. Это уголок культуры. Schools in England. Школы в Англии. Итак, номер один. Look at the diagram. What is it about? Посмотрите на диаграмму. О чем она? Ребята, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Смотрите видео с контрольными работами и разбором домашнего задания также. Итак, о чем эта диаграмма? Мы смотрим, что в английском образовании есть несколько школ. Это primary, начальная школа с 5 до 11 лет, средняя школа с 11 до 16, колледж, который sixth form, шестой формы называется, с 16 до 18 лет, и университет с 18 лет в него входит. Итак, упражнение номер 2. Итак, ребята, look at the pictures, посмотрите на картинки. Match the people to the type of school. Соедините людей со школой. Tell your partner, расскажите своему партнеру. И, например, Фиона. Her name is Fiona, she is 13 years old, she is at secondary school. Она в средней. Фиона, ей 13 лет, она в старшей школе. Далее, Билл. То есть, давайте про Билла тоже напишем. His name is Bill. Его зовут Bill. He is 23 years old. И где, куда он ходит? В университет. He is at university. Он в университете. Далее, Tim. Да, второе. Итак, his name is Tim. His name is Tim. Сколько ему лет? He is nine. He is nine. И куда он ходит? He goes. He is at primary school. Он в начальной школе. И последнее. Бетти, да, вот тут вот я напишу. Her name is Betty. Далее. She is 17. Ей 17. She is at
sixth form college, да? She's at sixth form college. Окей. Ребята, посмотрите, вот здесь вот имя, слово «имя» правильно надо написать, да? Я часто говорю очень быстро, и поэтому что-то могу по ошибке написать не так. Вы всегда меня, пожалуйста, проверяйте. И, конечно, подписывайтесь на мой... Вот их слово «колледж», да? Тоже у нас, извините. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Окей, далее. What school are you at? В какой вы школе? Вы можете сказать I'm at secondary school. Я в старшей школе. Далее, project, проект. Make a similar diagram about the education system in your country. Сделайте такую же диаграмму об образовательной системе в вашей стране. How similar is it in England? Похожа ли она на английскую? Use the internet to find the information. Используйте интернет, чтобы найти информацию. Ребята, посмотрите, я уже написала, да, какое бывает российское образование. Вот здесь вот нужно добавить Russian education, российское образование. Итак, у нас бывает начальная школа с 6 до 11 лет, старшая или high school с 11 до 17, и университет или высшее образование – это 17, когда вам 17 лет. Но, кстати, может быть высшее образование, а может быть среднее специальное образование, да? Тоже может быть университет или вот здесь можно же добавить еще и колледж. Колледж. Окей. Итак, ребята, перейдем к следующему, к следующей части первого модуля. Это English in use. Английский в использовании. Приветствие. Итак, listen and repeat. Послушайте и повторите. What are these greetings in your language? Как то есть, какие в твоем языке такие же приветствия? Итак, hello, привет. Good morning, доброе утро. Good afternoon, добрый день. Good evening, добрый вечер. Good night, спокойной ночи. Goodbye. Далее, следующее. Listen and match the dialogues to the pictures. Read and check. Послушайте и соедините диалоги с картинками. Прочитайте и проверьте. Итак, good morning, Paul. Hello, Jane. How are you? I'm fine, thanks, and you? Not bad. See you later. Okay, goodbye. Привет. Ой, доброе утро, Пол. Привет, Джейн. Как дела? Все хорошо, спасибо. У тебя неплохо. Увидимся позже. Пока. Good morning. Да? Давайте прочитаем, ребята, все, а потом дополним. It's late. Good night, Саша. Good night, Peter. See you tomorrow. Поздно. Спокойной ночи, Саша. Спокойной ночи, Питер. Увидимся завтра. И третье. Goodbye, mom. Goodbye, Liz. See you later. See you. Пока, мама. Пока, Liz. Увидимся позже. Позже увидимся. Смотрим. Мама и Liz. Третье. Это под буковкой B. Далее. Саша и Питер. Это под буковкой... Это под цифрой 2, да? И C – это цифра 1. Ученики в школе. Act out similar dialogues. Разыграйте подобные диалоги. Ребята, надеюсь, у вас не будет с этим проблем. Далее, произношение звуков. A, R, E, V, S. Извините, S. Listen and repeat. Послушайте и повторите. Think of more words with the same sounds. Придумайте больше слов с подобными звуками. Давайте просто. Reading rules. Как читаются? Итак, буковка A может читаться в открытом слоге как A, name, и как A, например, math, математика. То есть этот звук между A и E, да, второй вот, A, A. Итак, grade, name, same, later, am, thanks, atlas, bag, man. Ага, далее, с. Thanks, Thursday, think. Хорошо, ребята, перейдем к следующему заданию. Extensive reading. Итак, across the curriculum citizenship. Значит, задания будут на чтение. How do you like working at school? Как вы любите работать в школе? Alone, один.
In pairs – в парах. In groups – в группах. Второе. Look at the title and the pictures. What is the poster about? Listen, read and check. Посмотрите на название и на картинки. О чем этот постер? Послушайте, прочитайте и проверьте. Так, я так понимаю, вот этот вот. Working together. Работаем вместе. Working in pairs, groups is fun. Работать в парах или группах – это весело. When you work in pairs, groups. Когда вы работаете в парах или группах, вы look at your partner. Смотрите на своего партнера. Listen to your partner. Слушайте или слушайте своего партнера. Say sorry, please and thank you. Говорите «извини», «пожалуйста» и «спасибо». Be kind and smile. Будьте добрыми и улыбчивыми. Share your things. Делитесь своими вещами. Think of new ideas. Думайте над новыми идеями. Ask questions. Задавайте вопросы. Now say three rules you remember about working together. А теперь скажите три правила, которые вы помните в совместной работе. Ребята, вы просто эти правила, вот они у вас есть, вы их запоминаете. Третье. Итак, третье задание. Используйте буквы для того, чтобы сформировать глаголы. Ask – спросить, share – делиться. Третье – say – говорить. Четвертое – look – смотреть. И пятое – listen – слушать. Четвертое. Time to mime. Work in groups. One person reads the rule in exercise 2A. The other mime them. Итак, работа в группах. Один человек читает правила из упражнения 2A, а второй их жестикулирует, показывает жестами. Ребята, вот эти правила вам нужно показать жестами. И последнее. Working in pairs group. Работа в группах, в парах и группах. Remember to use these rules when you work in pairs groups. They will help you learn better. Помните эти правила, когда вы работаете в парах или группах. Они вам помогут учиться лучше. И, ребята, последний прогресс-чек, конечно, очень важный. Мы к нему переходим. А между тем, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, он вам помогает. Complete the words. Заполните слова. Первое. Atlas. Второе. Pencil. Все понятно. Третье. Notebook. Тетрадка. Иногда это записная книжка. Четвертое. Eraser, так, ластик, да. Пятое, notepad, блокнот. Второе, match the words, соедините слова. Итак, information, see, technology, physical, education, да, физкультура, первая информатика, вторая физкультура, school, школьные, d, предметы, subjects, lunch, b, break, перерыв на обед, pencil, case. Пенал. Все легко, да, если вы выучили и слова и работали все время. Далее, третье. Complete with A, N. Заполните A или N. A, pencil case. Пенал. N, atlas. Потому что перед гласный, да. Далее, A, pencil. Карандаш. Далее, N, eraser. Ластик. A, ruler. Линейка. Далее, ребята, четвертое. Fill in. Заполните. Is или are. Then answer the questions. И затем ответьте на вопросы. Итак, ребята, первое. Is. Да, потому что Laura единственное число, третье лицо. Единственное число. Is Laura new to the school? Laura новенькая в школе. Yes, she is. Да. Далее. Третье лицо, единственное число. Опять же, is. Is Tim in year 5? Tim в пятом классе. No, he isn't. Нет. No, he isn't. Нет. Далее. Are Paul and Steve at secondary school? Paul и Steve в старшей, ну, в средней школе. Yes, they are. Да. Далее. Четвертое. Are Jane and Claire in year 7, Jane и Claire в седьмом классе, но they aren't. Нет, не в седьмом, да? Далее, и последнее. Are Laura and Jane at primary school? Laura и Jane в начальной школе? Yes, they are. Да, в начальной. Далее, ребята, перейдем к пятому упражнению. Choose the correct response. Выберите правильный ответ.
Good morning, Paul. Доброе утро, Пол. Good morning, Ken. Это правильный ответ. Ребята, неправильные не буду говорить, чтобы вас не путать. Итак, второе. How are you? Как дела? Ответ A. I'm fine, thanks. Хорошо, спасибо. Третье. Goodbye, Tony. Goodbye, Sally. See you later. Увидимся позже. Пока, Sally, увидимся позже. Итак, четвертое. See you later. Увидимся позже. See you. Увидимся. Итак, что вы можете сделать сейчас, ребята? Поговорить о своей школе и предметах, написать расписание, почитать от 1 до 20, представиться, написать факт-файл, использовать заглавные буквы, написать форму, из которого можно выбрать предмет, анкету, да, поговорить о школах в Англии, в вашей стране и поприветствовать людей. А теперь улыбнемся. Смайл. Ребята, а между тем обязательно подписывайтесь и смотрите, пожалуйста, разбор второго модуля. Итак, Тим, can you spell the word mouse? Тим, ты можешь произнести по буквам слово mouse? M-O-U-S and good, but what's at the end? Хорошо, а что же в конце? A tail, хвост. Окей, ребята, увидимся во втором модуле.